В небе над Тольятти раздастся рев моторов в честь Дня Победы. 9 мая по инициативе и приличной поддержки губернаторов Самарской области состоятся грандиозные авиационные выступления. В Автограде над парковым комплексом истории техники имени Сахарова. Начиная с двух дня, свое мастерство покажут пилоты легендарной группы «Русь». Как в строю, так и соло. Асы выполнят фигуры высшего пилотажа. А на земле для всех гостей праздника уже с полудня начнут работать тематические интерактивные площадки. Пройдет парад техники, выступят лучшие творческие коллективы Тольятти. 9 мая пилотажная группа «Русь» на 5 реактивных самолетах Л-39 выступит и над аэродромом «Бобровка» в Кинельском районе. Там в 14 часов начнется авиационно-спортивный праздник, организованный областным клубом ДСАФ. В его программе выставка оружия и военной техники времен Великой Отечественной войны, наземный показ авиационной техники, выступления творческих коллективов, воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию самолетов и парашютные прыжки. Участники праздника увидят демонстрационный полет исторического экземпляра самолета ПО-2, групповой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах Як-52, имитацию воздушного боя, прыжки спортсменов, парашютистов, полеты вертолетов и самолетов малой авиации, дельтапланеристов. Карту и схему проезда можно посмотреть на сайте аэроклуба.